А потом уже все вместе споем самую главную космонавтскую песню. А начнем концерт у нас весенний, поэтому, вернее, называется «Весенний концерт поэзии полета». Вот мы с поэзии полета начнем, а потом к весне перейдем. И лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарями. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей, пускай позавидую поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой друг порой блеснет росинкой пота, там, где свинцово дышат облака. Все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый вылет новая строка. Лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. И пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Всегда говорю, у меня задача чередовать песни веселые, грустные, авиационные, неавиационные, поэтому вот, плейлист составляешь постоянно, что-то переделываешь, появляются какие-то замечания. Но поскольку у нас концерт весенний, я уже сказал, то будет половина песен авиационных, а половина песен, имеющих отношение к весне. Некоторые и то, и другое. Она начинается в марте. Я соскучился по мартовским ручьям, по сосулькам и по лужам во дворе, по ожившим тут и там после стужи воробьям и по заморозкам легким на заре. Я соскучился по запахам весны, по неровному дыханию ее, по проталинам лесным и улыбкам озорным, что волнует воображение мое. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Не пацан уже, хотя и не старик, в бесконечном этом замкнутом кругу я от многого устал
и ко многому привык, только к Марго вот привыкнуть не могу. Не могу привыкнуть к мыслям я шальным, к непонятной развороченности чувств, к переменчивым таким настроениям моим. Не могу привыкнуть, да и не хочу. Снова снега, почерневшего тепло, равнодушие куда-то унесет и напомнит мне о том, что давно уже прошло, и подскажет, что прошло еще не все. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталина. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталина. И напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Я, как, пока вот песню пел, вспомнил, я уже говорил эту историю, это было лет 15 назад, наверное, может быть, 14. Я сидел в ожидании кардиограмм на медицинской комиссии, ну и получилось, что там маленький ребенок выходит из-под лестницы, а мама ему там говорит, не ходи туда, там тебя кто-нибудь заберет. Вот. А он выходит, смотрит, я сижу один, он так на меня посмотрел, говорит, мам, да нет, там только старик какой-то сидит. Так что вот я когда запел, что не пацан уже, но еще и не старик, я думаю, как я уже лет 15 как старик. Да ладно. Не, ну, смотря кто оценивает. Вот, ну у нас вообще апрель месяц такой насыщенный праздниками, юбилеями. Один из таких праздников — это день рождения моего хорошего друга Павла Романовича Свердлова, авиационного техника из Пулково. А вот в этом году у него юбилей, 55 лет. Я тут подслушал шутку у Олега Митяева, у него на концерте был, он про песню, о чем размышляет, я говорю, 10 лет назад написал песню, о чем размышляет мужчина, которому за 50. Сейчас, говорит, одно слово поменял, новая песня. А вот я 5 лет назад придумал песню юбилейную Павлу Романовичу, а вот сейчас одно слово добавил, не поменял, добавил, новая песня. На 28 правую нам разрешен заход. Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал. Дневную смену отпахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя, наш самолет. И он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша техник за простяк найдет причина в чем. И быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша пашет, клубится дым, экипажу спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и в порядке всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан. На Яке 18-м летать умеет сам. И все, за что б не взялся, он исполнит по уму. В гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму. Паша пашет, клубит за дым, всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и все в порядке всегда у нас. За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет и повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный кот. На 28 правую нам разрешен заход. Годы птицы
летят. Недавно было 30, а вот 55. Годы мчатся, но это ничего, ведь если разобраться, 55 всего, а Паша клубится дым. Всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас пам-парам-пам-падам-падам-падам-пай-падам-падам-пам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-пам-падам-пам. Спасибо. Вика, тебе не понравилась эта переделка в 55 или что? Да, мне понравилось. Ну, а куда деваться? Следующая песня у нас опять весенняя. Там даже есть слово «апрель». Если б ты не была моей женой, если б не был я твоим мужем, как страдал бы я, Боже мой, от того, что тебе не нужно. Я не мог бы ни спать, ни есть. Голова забита тобою, счастлив от того, что ты есть, и несчастен тем, что ты не со мной. И месяц апрель не пел бы капелью, и только метель. Ну что ты будешь делать с этой метелью? Справа, ни слева, кто я, заурядный тип, а ты роскошна, как королева. То, что ты предо мной, в самом деле похоже на чудо. Ты посуду помой, а я пока воспевать тебя буду. С неба звезду я пообещаю, и все, что смогу и найду, я тебе одной всегда посвящаю. Звезду я пообещаю, и все, что смогу и найду, я тебе одной всегда посвящаю. Самолет, потому что некрасивый самолет.
флаг снежный или серебристый лайнер, это что-то элегантен, грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять самолетом, даже если совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолетов, даже если цвет зеленого горошка разукрасить. И не важно, Туполь Боинг или Аэробас 300, посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает. Красивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает, не бывает, не бывает, не бывает. Пишите ваши аплодисменты, считайте за одобрение. Воспитанные мысли. Опять весенняя песня у нас. Март был, апрель был, теперь про май. Стихи написал мой сын. Песня называется «Новый май». Будет новый май, и стихи, и грозы ты бесплатно получишь. Наружу визу, даже если напишешь, не в рифму. Розу, даже если не будешь при жизни издан, будет много вин и красивых музык, ночи короткие, словно и нет их вовсе, теплый ветер развяжет былые узы, и как будто шепнет, невзначай готовься, новых струн принес, доставай гитару, вытри пыль и сыграй о песках и море, ты поставишь на стол бокалов пару. И заваришь чай или в турке кофе. Разговоров хватит на целый месяц. Старый друг разделит мечты о светлом. Никаких зачем, почему и если. Просто добрый мир прямиком из детства. И печаль отступит, как дым и морок. Если есть надежда, то май надежда. Будь как дома друг и любим и дорог. Нынче видел сон, оказался вещью.
Спасибо. Ну вот следующую песню я сегодня просто не мог не спеть. Я довольно часто пою, но сегодня вот есть особый такой повод для этого. Сейчас пою, а потом скажу. С ними вместе я учился. Помню курсы до здоровья. Чесноком не матерился, черваку не пил спиртного. Может, было разделение, до сих пор необъяснимо, но водку кушал только Женя, а ругалась только Дима. Также надо бы заметить, оба парня не курили, и вокруг за 1000 метров по прекрасной обходили. Жизнь курсантская, все тучи, все ребром вопросы ставили. Не умеешь тут научить, а не хочешь, здесь заставят. Ты вздыхал, передохнуть бы, только жизнь не позволяла, и ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, как-то отмечали Щербакову день рождения. Мне сперва это было странно, даже я перекрестился. Дима водки полстакана выпил и не покривился. Алкоголиком не стал он, только всякое бывает. И сперва не добирал он, а теперь перебирает. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресенье Дима после увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женьки назвали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова, что это вы меня наврали? Да не может быть такого, да вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали, тише, мал, не стоит горячиться. Скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером по роде я бродил в тоске печали. И тут меня друзья позвали, и такое показали. Я ушам своим не верил, даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливал отборным матом. Я преувеличил маленько. В жизни всякое творится, и случается любое. Чесноков стал материться, Щербаков стал пить спиртное. Раньше вот вместе соберутся, как все сидят, считают лавы, а теперь всегда нажрутся, сигаретки затянутся, припохабненько ругнутся, а иногда и подерутся, и идут гулять по бабам. Ну да, вот Женя Чесноков сейчас в этом зале находится, поэтому я эту песню не мог не спеть. Вот, но я не буду его смущать, не буду его просить. Ну, я думаю, что аура такого человека все равно присутствует и делает свое дело. Сюда из разных мест стремится.
стремился я к родным, как все. А вот теперь живу не здесь, степная жизнь, квартира 7. А вот теперь живу не здесь, степная жизнь, квартира 7, как всеми брошенный старик, больной и немощный совсем. Он ко всему давно привык. Степная 6, квартира 7. Он ко всему давно привык. Степная 6, квартира 7. Больше нечего добавить, потому что я спою. Нас сегодня потрепало, помотало, поболтало, так что рвало, вырвало, что в руках не удержать. А мы изрядно попотели, покрутили, повертели, но доехали и сели. Слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли, как умели, то мы сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси, и самолет устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов, и на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, наш рейс окончен. Командир экипаж желает вам всего хорошего. До встречи. А на перроне нас встречает летний вечер. Не создавайте у дверей ажиотаж. Не создавайте у дверей ажиотаж. Вот в
мае 2005 года, вот в это самое время мы с моим товарищем Борисом Передеренко, который, вот, кто видел клип «Красивая работа», там в роли капитана А-310, капитана А-310 Борис Передеренко, вот мы с ним переучивались в Москве в нашем комплексе гостиничном «Нефтяник», CBT изучали, и у нас в мае было переучивание в Париже на тренажерные сессии. И вот когда мы там в этом «Нефтянике» учились, вот тогда Париж это звучало, вот, попасть в Париж это что-то такое фантастическое. Да? Ну, совсем еще недавно были наши советские времена, когда никуда не поедешь, 90-е годы, когда никуда не поедешь, потому что не на что. Вот. И тут раз вдруг, вот просто так, за бесплатно, поедем в Париж. Вот. Ну и мы так учились, думаем, даже между собой говорит, а нам главное в Париж попасть, а уж самолетом там как получится. Ну и когда мы туда приехали, как раз вот это дело было, самый конец, последний или самое начало мая, в общем, где-то такое, числа 30-го, 1 мая. Вот. И как раз было такое красивое время, цвели каштаны, и Боря говорит, я уже, говорит, придумал первую строчку для твоей новой песни. Мы прибыли в Париж, пока цвели каштаны. Ну, я говорю, классная строчка, надо ее обязательно включить. Ну, у меня песня получилась несколько другая. Вот, ну, вот эта строчка стала эпиграфом. У меня единственная песня с эпиграфом, это вот песня называется «Попасть в Париж». Вот. Ну, у нас тренажерные сессии проходили в пригороде Парижа под названием Массе-Парлезо, а в сам город мы за все время попали всего два раза, поэтому вот в песне поется, что надо было быстренько успеть, потому что времени было мало, и надо было торопиться. Ну, поразило, уже тогда поразило количество негров в Париже, а в Массе-Парлезо особенно, там, по-моему, они ливийцы были, они где-то прям такого истинно черного цвета, мне кажется, казалось, что они даже в темноте светились. Ну, собственно говоря, как обычно бывает, я сначала песню рассказал, а теперь я ее спою. Итак, эпиграф. Мы прибыли в Париж, когда цвели каштаны. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. Ехать туда ведут не все дороги, я на одну случайно угадал. В первых строках хочу оговориться, я думал, чем меня ты удивишь. Я ж сам не из деревни, из столицы, из сибирской, и все-таки Париж, есть Париж. У нас была обширная программа, нам было нужно быстренько успеть. Во-первых, обалдеть от Нотр-Дама, а во-вторых, от Лувра обалдеть. Потом бегом вдоль набережной Сены до Триумфальной арки, это для, чтоб потоптать траву все непременно на их, на Елисейских, на полях. Потом я позвонил своим домашним, ведь как-никак, а все-таки родня. Привет вам, говорю, прямо с Эйфелевой башни. Ну как вы там в Сибири без меня? Картошку посадить не позабыли, морковку тоже, стало быть, живем. А мы тут в Лувр недавно заходили, и Мону Лизу видели живьем. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И хоть туда ведут не все дороги, но я попал, хоть вовсе не мечтал. И находясь под впечатлением сильным, замечу, чтоб закончить разговор, в Париже все достаточно красиво, но с неграми и богу перебор. Спасибо.
Вообще вот, вы уже разогрелись, нет? Да. Давайте споем главную космонавтскую песню, потому что в апреле вот мы спели. А ее написал Эдуард Толмановский, по-моему, на стихи, нет, или Ян Фридрих. Вот композитора не помню, а поэт Владимир Войнович, тот, который потом про Чонкина написал. Вот. Эта песня моя ровесница, она даже там меня на пару месяцев старше. Ее придумали в 60-м году, в конце 60-го года. Ну и там по разным версиям. Войнович пишет, что он просто на всеобщем там подъеме интереса к космонавтике написал эту песню, а уже потом, когда был совершен полет, она вообще стала как это космически популярная такая песня. Вот. И ну, в первом варианте было: давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. Я еще из детства помню. Вот. А потом стало: давайте-ка, ребята, споем перед стартом. И там тоже написано, что, по-моему, Валерий Быковский сказал: а зачем слова «давайте закурим»? Нам курить нельзя. А Гагарин говорил: ну, Валера, ты что говоришь-то, мы же курим. Вот. Поэтому эти музыканты и поэты пели: давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, а космонавты пели: давайте, ребята, закурим перед стартом. Ну, поскольку я не космонавт, мы, наверное, будем петь: давайте споем. Потому что Бензарав предупреждает. Ну, только вы подпевайте, ладно? Потому что в одного будет не так интересно. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно, а когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам лунным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, безмолвные планеты, какие-то поля, но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Спасибо. Особенно спасибо этой части, прямо была такая хорошая поддержка. Остальные немножко сочковали, я не знаю, может вы не любите космонавтов? Вот. Оно... Нет, я пошутил, конечно, спасибо. Хором петь всегда интереснее, чем одному. Вот, а следующая песня, она одна из моих вообще самых первых песен, как я говорил, я сочинил на стихи из поэмы Евгения Лучковского про любовь, сочинил еще когда не умел даже играть на гитаре, но потом, когда научился, я ее подобрал и вот сейчас вам ее спою. Я считаю, что ее можно посвятить памяти Юрия Алексеевича Гагарина, который остался
в нашей памяти навсегда молодым, остался символом гордостью нашей. В белом небе возникнет стремительный след, будет спуск пролетать по спиралям крутым. Я вернусь постаревшим на 1000 лет, но таким же, как прежде, почти молодым. Я вернусь постаревшим на 1000 лет, но таким же, как прежде, почти молодым. Он ушел туда, в синеву, в небо увенчанный тополя. По антеннам струится ток, след бежит по орбите земля, словно хочет позвать, сынок. Возвращается человек, пыль на нем неземных дорог. Человек задумчив, как снег, и как смерть любимая жесток. Человек, задумчив, как снег, и как смерть любимый жесток. У него не дрожит рука, и спокоен бровей разлет. Он пришел к ней через века, и опять на века уйдет. Он пришел к ней через века, и опять на века уйдет. В белом небе растает стремительный след, будет спуск пролетать по спиралям крутым. Это мир постареет на 1000 лет. Это я остаюсь навсегда молодым. Это мир постареет на 1000 лет. Это я остаюсь навсегда молодым. Это мир постареет на 1000 лет. Это я остаюсь навсегда молодым. Это я остаюсь навсегда молодым. Спасибо. По облакам. Что вновь несет меня к тебе по облакам.
знаешь, он вновь несет меня к тебе. Облака, облака. Поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. Дуют ветры подряд столько дней и ночей. Видно, что-то не так на планете людей. Впрочем, что там гадать, есть немало причин, и не слышно винтов. И не слышно турбин, нам сегодня опять не взлететь, как вчера, поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. Спасибо. Я вообще извиняюсь за корявую игру, но вот так вот, как на кухне. Еще у нас сегодня замечательный день рождения Лизынька Данцик, а у ней такой замечательный возраст, когда его не скрывают девушки и женщины, а наоборот им хвастают. Лизынька, поздравляю с днем рождения. И вот специально по просьбе, это просто очень хорошие мои друзья, вот эта семья, я прошу прощения. Я с большим удовольствием ее поздравляю и желаю всего самого хорошего, в общем, свести, расти, добиваться и так далее. Вот. Ну а песня по просьбе, это песня про курочку, как я говорил, что она посвящается не только бортпроводникам, но еще и бортпитанию. Спасибо. Когда я ее сочинял там много лет назад, курица это действительно была символ бортового питания. Вот. А сейчас, и даже нельзя было тогда представить, что наступит время, когда будет несколько видов бортового питания, и в нем может не быть курицы. Но я вот был конкретно, летел таким рейсом, мир перевернулся, то есть там были там макароны с мясом, что-то там было с рыбой, а курицы не было. Вот. Но вот эта песня о тех счастливых временах, когда курица была неизменна. В середине
серебристом лане, гомон оживление. Все откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках, с грацией в движениях, пассажирам курочку снова раздают. Сразу забывается грусть и невезение. И куда девалась вдруг прежняя тоска? Сразу поднимается наше настроение, и ярче светит солнышко, и краше облака. Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка. Надо бы летчикам пожевать чуть-чуть. Командир с механиком очень любят ножки, а второй особенно уважает грудь. Кто сказал, что курица будто бы не птица? Не согласен буду с ним, он ей-богу врет. Как цыган без лошади, как Милан без пиццы, так вот и без курицы наш Аэрофлот. Несомненно, курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней. В бортовом питании вечно неизменная, как звезда в измученной, эх, в душе моей. Как звезда в измученной, эх, в душе моей. И могу заверить вас, железобетонная, завтра так же, как вчера и позавчера, будет она самая авиационная, и в эмблеме нашей ей быть давно пора. И в эмблеме нашей ей быть давно пора. В серебристом лайнере гомон оживление. Все, откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках, с грацией в движениях. Это объединение снова раздает. Это объединение снова раздает. Спасибо. Ну, вообще, когда сочинял-то, я уж там пою, завтра так же, как вчера и позавчера, вот. Там через 30 лет я ничего не говорю. Вот, ну и следующая песня. Тоже из курсантских песен я ее сочинил, когда мы были в карауле на Як-40. Я уже это много раз рассказывал. Но надо же вообще все равно что-то говорить. Да? Угадали. Мой хороший друг Алексей Борисович Данцик недавно пересел из самолета на тренажер. Я очень рад, что он не стоит в стороне. И желаю ему дальнейших успехов в летной работе. То есть оставаться за штурвалом столько, сколько хочется. Стоит в стороне от других самолетов, не подвозят давно пассажиров к нему, и свое отлетав, и свое отработав, он не нужен теперь никому, никому. Никому, никому. Неподвижны винты и безлюдные салоны. И хоть вид его горд, в формах силой стать, но уже никогда не бежать по бетону, но уже никогда над землей не взлетать. Землей не взлетать, а ведь было же время. И пели турбины, были взлеты и посадки, и жизнь
потом командиры ушли на другие машины. Командиры ушли и забыли о нем. Командиры ушли и забыли о нем. Это всем суждено. Хоть, конечно, печально, только время приходит и кончит полеты ему все равно. Часто снится ночами и бескрайний простор, и стремительный взлет. Небо, что за болезнь? И за что его любят? Не всегда и не все объяснить мне могли, но тоскуют о нем. Самолеты как люди, если стало сильней притяжение земли. Если стало сильней притяжение земли. Весенняя песня, я ее придумал по дороге с рыбалки, ну, весенняя рыбалка, подлёдный лов, да? Вот. В принципе, определенную роль в моем творчестве рыбалка играет. Отпусти немного погулять. Я не заложусь и не простужусь, и к утру опять к тебе вернусь. Я не заложусь и не простужусь, и к утру опять к тебе вернусь. Дома я сижу, никуда без спросу не хожу, чтоб не заскучать и не захворать, отпусти немного погулять. Если хочешь честью, поклянусь, ну, падла буду, я к утру вернусь. И всегда одна, только ты одна, будешь мне по-прежнему нужна. И всегда одна, только ты одна, будешь мне по-прежнему нужна. Ревнуй, жена, меня опять. Отпусти немного погулять. Говоришь, самой скучно быть одной. Ну что поделать? Ну пошли со мной. Самый подлёдный лов, который самое интересное
рыбалка это вот конец марта, первое число апреля, когда рыба сбивается в стаи, и такой бывает клев, что забываешь, как в фильме, помните, это бриллиантовая рука, клев будет такой, что клиент забудет про все на свете, вот бывает такой клев. Стали затемно, и с первой электричкой сюда доехали, пешком пройти чуть-чуть. Ну берегись теперь и око, и плотвичка, мы собираемся неплохо отдохнуть. В порядке снасти все, и моты свеженькой, а это чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы, и чувства нежные. Я замечаю, как рождаются в душе. Кто хоть однажды испытал, как дрогнет сердце, когда над лункой изогнется вдруг кивок, тот отыскать уже навряд ли сможет средство, что от рыбалки сможет вылечить его. В порядке снасти все, и моты свеженькой, а это чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы, и чувства нежные. Я замечаю, как рождаются в душе. Какой был день, какое солнышко светило, и песня жаворонка в синеве лилась. Мы привезли с собой, и нам вполне хватило, что все нормально было, что все было в мазь. Получили удовольствие немало и отдохнули исключительно душой. Если б рыба хоть маленечко клевала, то это было просто слишком хорошо. В порядке снасти все были, и моты свеженькой, а это чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы, и чувства нежные. Я замечаю, как рождаются в душе. Во власти страсти мы и чувства нежные. Я замечаю, как рождаются в душе. Я замечаю, как рождаются в душе. Спасибо. Ну, у нас первое отделение закончено. Прежде чем пойдем на перерыв, хочу сделать два объявления. Значит, 8 мая в этом зале будет концерт Николая Анисимова. Еще пока есть места, немного, вот, но я всем просто очень советую. Это Николай настоящий мастер, он в основном поет песни про военную авиацию, вообще про военных. Но этот концерт будет посвящен именно Дню Победы. Вот, поэтому приходите, я думаю, что не пожалеете, вернее, как я уверен, что не пожалеете. А второе удивление, это... У меня будет концерт следующий в этом же зале на День авиации 17 августа. Ну, тоже не пожалеете, тоже приходите. Ну все, у нас минут 20 на перерыв. Там есть диски, кого интересует. Ну, автографы и фотографии будут после концерта, поэтому все, перерыв. Я же все сказал, да, по-моему, никаких объявлений. Пока.